К завершению национальное первенство России подошло к экватору. Матчем «Спартака» и «Балтики» завершился в Москве первый круг. К этой встрече столичные футболисты подошли в роли потенциальных лидеров. Но для того, чтобы закрепиться на первой строке турнирной таблицы, им нужна была только победа. Они ее и добились. В первой половине дальним ударом счет открыл Сергей Горлукович. А после перерыва цимбаларь сперва воспользовался техничной передачей Тихонова и удвоил счет, а затем неразбериха и паника в защитных порядках калининградцев позволили Илье забить еще один мяч. 3-0, торпедовцы лидируют в чемпионате. «Спартакола» – упоение футболом.